Под вынужденный домашний арест попала жительница Сергача. 24-летняя Екатерина Соснина после сложной операции на позвоночнике стала инвалидом. Передвигаться по дому и улице она может только с помощью специального ортопедического корсета. Ей он полагается бесплатно, но в этом году Екатерина его не получила, поэтому сейчас самостоятельно не может даже встать. Вот давай я тебя подниму. Вставай, держись. Держите меня. Держись. Вот корсет, смотрите. Видите, он какой корсет. Так, это женская. Он уже не поддается ничему. Просто рвется и все. Материал же он. Срок определенный. Да она даже стоять не может. Ее качает. То есть он ногу подвинул, ноги пошли. Поехали, потому что невозможно. Он даже не держит спину, нисколько не держит. Все, все, пожалуйста, валится уже. Вот, он даже не застегивается, потому что уже все поломались. И эти поломались, все уже. В год нужно два корсета. В том году дали один корсет. Кое-как, с боем. В этом году вообще не дали корсеты. Как бы я их не зашивала, как бы не стирала, они уже не отстирываются. Невозможно отстирать. Не подшивается. Уже бестолково дело. Это здесь материалом. Вот эти не только вытаскиваются, но они уже и ломаются. Без этих корсетов она не может ни встать, ни ходить. По закону мне должны выдавать два корсета в год, инвалидную кресло-коляску, санаторий, лекарства. Но до меня почему-то не доходит. Все лето я ездила, сама ездила лично за этими корсетами. Говорите к фонду. Либо покупайте за 9,5 тысяч. Вот один такой корсет. А в год надо 2 или 3, представляете? Кстати, в фонде социального страхования региона сообщили, что все положенные ортопедические средства готовы выдать девушке без колебаний. Просто ей нужно было вовремя за ними обратиться. А она опоздала. К сожалению, в это время уже госконтракт закончил свое действие, то мы, конечно, нашли бы способ, как ее доставить сюда или, предоставить туда врача-ортопеда, если это возможно, конечно. Сейчас пути решения следующие, ее заявочка, мы их не выкидываем, она включена в закупку следующего года. Вот сейчас до нас лимиты бюджетных обязательств доведены, мы начинаем процедуру закупки в соответствии с законом 44 ФЗ. Вот. Но это займет какое-то время.